Если вам нравится SkyWars, Bed Wars и проверки магазинов CSGO, можете посетить канал Guide Vina. Несмотря на количество подписчиков, активность вполне себе неплохая, поэтому я считаю, если он будет стараться чуть больше, он сможет достичь успеха. Ссылка, как всегда, есть, конечно же, в описании, но мы переходим к новому SkyWars. Поставь лайк. Hey, всем привет, ребята, с вами Атумка, и перед просмотром этого ролика хотел сообщить то, что примерно 20-21 февраля на моем канале будет конкурс, и все, кто хотят принять участие в спонсорстве, скажем так, можете мне написать по ссылке в описании моей лички ВКонтакте. Спонсорство стоит 200 рублей, также я, возможно, куплю лайк у какого-нибудь популярного ютубера. Это будет в том случае, если наберется хотя бы 5-6 спонсоров. И, в общем, напишите мне в личку ВКонтакте, обо всем договоримся. Также, возможно, там о небольшой скидочке, особенно если вы будете брать с другом, то смогу сделать скидку очень-очень серьезную, поэтому, в общем, напишите мне, обо всем договоримся. Ну а теперь я вам желаю приятного просмотра, и мы начинаем. Что ж, вот мы уже появились на карте, играем мы на карте под названием Canopy. Не знаю, как это название правильнее читается, но... Думаю, это не так важно на данный момент. Важно то, что у нас попался очень достойный лут. И действительно, кстати говоря, я это одобрил. Потому что такой хороший лут попадается далеко не всегда. И я еще и бросил зельку. Меня фризануло. Воу-воу, ко мне кто-то тпхнулся. Вот это опасно было. И у меня еще фризануло. Первая попытка, ребят, на сегодня записи SkyWars. Надеюсь, то, что у меня получится записать. Конечно, не буду обманывать, я пытался записать кое-что другое, но у меня не получилось. Нет, это не ХГ, я пытался записать Bed Wars, короче, ладно, так чтобы быть проспойлерю. Пытался записать Bed Wars на сервере Wine World, но у меня так и не получилось, к сожалению. Поэтому я решил записать пока что SkyWars и обойтись пока что им. Вот, и, ребята, значит, сейчас мы убьем этого пацана, и я договорю. Все, отлично, фух, мы его убили. Вот, значит... Будет, конечно, круто, если я запишу с первого раза. Вот. И, значит, что я хотел сказать. Изначально, точнее, сначала хочу сказать то, что вы наверняка заметили то, что я уже играю на Hypixel, да? Хотя я уже... Хотя я обычно в SkyWars играю на Wine World. Так вот, если же вам это нравится или не нравится, напишите об этом в комментарии, чтобы я знал, стоит ли мне продолжать здесь играть в SkyWars или нет. Потому что я решил просто попробовать. Обычно играю на Wine World, потому что там нет читеров и все такое. Но, в принципе, я решил попробовать здесь. Давненько я здесь не играл. И, знаете, пока что мне нравится игра. Но, надеюсь, я сейчас не сглазю сам же себя. Значит, там уже идет драка. Давайте мы сейчас к ней присоединимся. Сейчас мы бросим скорость. Зелье скорости, точнее. И регенерации. И лол. И парень просто был на один удар. И мы его убили. Если эта катка слишком быстро закончится, я сыграю еще одну. Поэтому ребята, расслабончик, все будет чики-пуки. Вот. И о чем я хотел поговорить сегодня. Изначально хочу сказать... Боже, что-то много изначально хочу сказать. В общем, в начале ролика вы видели вставку наверняка такую, то что я делал набор спонсоры. Вот. И так и есть. В общем, я просто сделал в начале ролика, чтобы все увидели, потому что не все досматривают ролик до конца. Ну а сейчас я поговорю об этом чуть поподробнее, и не только об этом. Давайте я убью сейчас этого пацана, и, наверное, уже договорим во второй игре. Ладно. О, нифига, он, конечно, отбрасывает нормально. Так, нет, что-то я не хочу к нему подходить. Не очень сильно хочется. Так, а ну-ка, сейчас мы его подхватим. Что он вообще? Он что, взорвать, что ли, все пытается здесь к чертям? Ёшкин ты кот! Вот это опасно! Вот это действительно опасно. Слушай, сколько у тебя динамитов, пацан? Так, шлемачок. Ё-мо! Опасный реально пацан, просто... Вау, мы его еще и убили так со стрелы. Блин, вот опасный тем... Он был опасен тем, что у него такая слизь на откидывание, которая у меня сейчас в инвентаре была, но сразу же исчезла. Вот, ну и ладно, раз, ребят, так быстро закончилась катка, я все-таки сыграю еще одну, и увидимся во втором раунде. Что ж, вот и второй раунд, вторая игра. Можете назвать, как вам комфортнее, скажем так. И надеюсь, то, что мне получится записать, потому что, на самом деле, с первым раундом, первой игрой, скажем так, не было никаких проблем. То есть я с первого раза записал, все отлично, все круто. Но с этой каточкой есть небольшие траблы, небольшие нюансы, потому что я перезаписываю уже пару раз. Ну, не так много, что прям уже офигеть. Ну, там, не знаю, раза
6-7 перезаписываю, наверное. Вот, и я уже, кстати, достроился тут до центра, хотя тут особо и строиться не надо, тут есть вот эти лианы. Эй, скелетрон, опасный! Опасный скелет, фух, мы убили скелета, всем профессионалы. И тут, короче, кто-то подсасывает кого-то, а я подсасываю тоже кого-то, и, короче, мы все лагаем. И, короче, просто друг друга подсасываем, и, короче, все круто. Все, давай, первый... Ой, отлично, она не упала, это значит то, что я заполучил ее вещи, и... Отлично, и тут еще один пацанчик упал. Так, пока что все идет, в принципе, неплохо. Надеюсь, так же будет продолжаться, я не сглазю себя, надеюсь. Значит, сразу же пьем реген. Для того, чтобы убить этого пацана, опасного пацана, опасного пацана. Ладно, давай это, умирай. Вот, и я по-быстрому поговорю, о чем же хотел поговорить. Насчет спонсорства тут и много говорить, в принципе, не буду. Так, тихо. Фух, меня чуть не убили, я убегаю. У меня ничего нету. Нет, стоп, у меня есть реген. Отлично. У меня есть также спид. Скорость, я хотел сказать. И что у меня еще есть? У меня есть меч крутецкий, есть какой-нибудь? Нет, все они, в принципе, примерно такие же, как мой. Блин, надо все сжечь, только вот нет у меня такой возможности. А стоп, у меня есть штанишки. Вот так вот, одеваем. Значит, сейчас все я здесь убираю, чтобы мне не мешало. И надеюсь, меня сейчас сзади никто не скинет, все отлично. Насчет спонсорства, в принципе, я в начале ролика и так все сказал, то есть стоит оно 200 рублей. Ой, ё-моё, я чуть не упал. Боже, вот доводится же, да? Вот, в общем, стоит спонсорство 200 рублей. Насчет того, какая будет прибыль, я точно не знаю. Это будет зависеть от того, если я закажу лайк. То есть, если наберется как минимум 5 спонсоров, то значит я заказываю лайк. У меня всегда так по стандарту. 5 спонсоров, я заказываю лайк. Насчет того, у кого заказать, я не знаю. Я в предыдущем конкурсе заказывал лайк у Демастера, и он на самом деле его лайкнул примерно через 2 недели, так еще и не так уж и много было прибыли, поэтому я закажу, наверное, у кого-нибудь другого. Если будет там 7 и более спонсоров, то я закажу, наверное, у Евгехи. Ну или, не знаю, там у Террасера, у кого-нибудь еще. В общем, у кого-нибудь-то я закажу, если, опять же, наберется хорошее количество спонсоров. Поэтому обязательно, ребят, те, кому это интересно, кто этим, скажем так, увлекается, кто этим занимается, можете мне написать, я буду очень рад, потому что мне сейчас нужны деньги, чтобы купить призы для конкурса. И нужны деньги, чтобы купить лайк. Знаете, многие еще спрашивают, зачем ты делаешь так часто конкурс, если ты как бы не в плюсе. Ты как бы покупаешь призы, потом их выдаешь и как бы все. В чем, ребята, прикол? Как же все-таки я выхожу, скажем так, в плюс? Сейчас, значит, залутаю еще этот сундук. Выхожу я в плюс, ребята, тем образом, то что... блин, ну ладно, меня этот парень раздражает, ладно. В общем, выхожу я в плюс тем образом, ребята, то что... когда я делаю конкурс, если набирается много спонсоров, то я заказываю лайк. Когда я заказываю лайк, собственно, спонсорам плюс то, что больше человек на них подписываются, но также плюс и мне то, что прибавляется, в общем, аудитория моего канала. То есть от лайка тоже приходит небольшое количество подписчиков. Конечно, опять же, небольшое, но все-таки приходит. Ладно, давайте мы сейчас его добьем. Одно хп мы его оставили. Ну давай, ладно, это. Постреляем в тебя. Парень, все, отлично. Что ж, мы убили парня и выиграли, кстати, дважды подряд. Но нет, вообще для вас подряд, для меня не совсем подряд. Ну и, в общем-то, в принципе, я поговорил, о чем хотел. Насчет спонсорства можете мне написать, конечно, опять же, в страничке моей ВКонтакте, в моей личке. И также, ребята, очень хочу сильно попросить, чтобы вы написали в комментариях, какие хотите мини-игры, чтобы я записывал помимо SkyWars и Голодных игр, потому что все-таки хочется записывать какие-то мини-игры. Я по-прежнему думаю насчет Bedwars и Speed Builders, но Bedwars, ребята, тяжело немного записывать. То есть, серьезно, я пытался с другом записать Bedwars, и на самом деле у нас не получилось. Всегда что-то идет не так, да и, в общем, не очень у меня, в общем, с Bedwars ладится все. Поэтому напишите, что вы хотите другое, чтобы я записал, что будет, как бы, не знаю, не так сложно, наверное. Speed Builders постараюсь записать. Этот режим достаточно прикольный, не такой для фана, мне понравилось, поэтому, возможно, если я найду компанию с кем, то я запишу. Что ж, а на этом все. Если вам понравилось то, что я играл на Хапикселе, поставьте лайк, напишите об этом в комментарии, также напишите, какой мини-режим хотите видеть дальше, и напишите, в общем-то, насчет всего остального произошедшего в видео. Что ж, всем спасибо за просмотр, увидимся в новых роликах, ребята, до новых встреч, пока!